18 самарцев пострадали от солнечного затмения. И это только официальные данные больницы Ярошевского. По словам врачей, пациенты с дырками в сетчатке в этом месяце не редкость. После 20 марта в клинику обратились около 20 человек с серьезными травмами глаз и еще несколько сотен с незначительными повреждениями. Доктора опасаются, что на самом деле пострадавших больше. Возможно, многие проигнорировали опасные симптомы. Если вы все-таки не обратились, то обязательно это нужно сделать в ближайшее время. Сейчас жалобы могут быть минимальны, но это то заболевание, когда процесс может проявить себя через месяц-два, бывает, по данным литературы, через год. Поэтому нам нужно сейчас зафиксировать. Пациент сам может этого не отмечать, но мы можем это увидеть на наших приборах.